My team pack opening. Сейчас будет. Но они сразу не будут 450 тысяч VC тратить. Так потихонечку, помаленечку, по зернышке, по крупиночке. Вот так и дела. Такие дела. Сейчас ВКонтакте крепостну. Известие о стримчике. Ни один не прожал, ни один не попал. Так. Запись опубликована. Все, что? Еп-еп. Еп-еп-еп-еп. Сейчас потяну компик. Вдруг комменты полетят. Может, не полетят. Кипяточку еще заварю. Так, никого пока нет. Ну, не страшно. Зальем на ютубчик потом. Так, байпаки, байбокс. Боксы, так. 20 ликпаков. 10 ликпаков. Угу, 135 тысяч. 220, ну просто пиздец. Пиздец, как они все манят нахуй. Но вот здесь большой разницы нет, открыть 10 или 20, то есть на 5000 разница VC. В принципе, это не страшно, 10 или 20 открывать. А вот здесь уже какая-то плюшечка, то есть крапленную картишку тебе подкидывают. Гарантированный игрок, то есть это может гарантированный игрок пиздатый быть или гарантированный не пиздатый, хуй его знает. Начнем тогда лиг 10, чтобы бабочки потихоньку тратить. Лиг 10, это вообще моментс нахуй. Почему моментс? Ну-ка. А вот здесь что у нас? Ликпак. А, тоже моментс написано. Так что нормально все. Так, боксы, блядь! Скрываем нахуй. Ёпта, блядь! Блядь, 55 тысяч виси. Йо-йо. Баб без баб. Ниха. 105 тысяч, 55 тысяч, блять, придется вот это потратиться, ебаный в рот. 55 тысяч. Ну все, попробуем. Давай, открываем это дерьмище. Ух. Ох, кто же у нас тут есть? Так, что-то хуйня крит. Джереми Ламп, серебро. Хуета. Браузер. Yeah.
Ну, ворон. На второго сюда, ибо ну. Так. Continue. Все, первый пак, ну так. Как-то так. Второй пак. О, золото вижу. Может, это игрок? Блять, нет, это все пиздец. Это контракт. Патрик Беверли. Ну, так себе. Продолжаем. О, блядь, синее дерьмо, это чё? Это чё, блядь? Это чё? Ух, синее дерьмище. Синее дерьмище, это значит, блядь, какой идет? Золотой, потом синий и зеленый, блядь, розовый. Я еще не разбираюсь в новой части, блядь, как они идут. Но, блядь, это может быть рейтинг у него высокий быть. Историческая звезда может быть. А может высокий, с высоким рейтингом там в лиге игрок 95, там что-нибудь 93. Хуй его знает. О, Кавай Ленард, нифига, нифига, Кавай Ленард, просто выпал Кавай Ленард. Так-то жестко. Кавай Ленард, просто, он вчера 35 очков забил в матче с Golden State, просто унизил их. И он не выпадает. Вообще красавчик. Бля, заебись, уже заебись. Уже заебись. Уже со второго или с третьего пака уже пиздата. Так, что там дальше у нас? Так, Кавайчик был, но сейчас уже Кавайчика нет. Может, какой-нибудь золотой игрок? Раз, два золота, есть два золота. Давай, давай, кто это? О, Реджин Рондо. Ну, неплохо, неплохо. Пригодится. У меня пока мало игроков всяких. Так. Серебро. Что там у нас? Тренер. Красавочки, красавочки. Так, что дальше у нас там? Ну, уже Кавай выпал, уже похуй вообще, что там выпадет, не выпадет. Вообще, похуй. Кавай, просто Кавай Ленард выпал, нихуя. Ну, спасибо. Всегда ждал эту карту. Так, открыли пятый пак. То есть я купил 10 ликпаков. Шестой пошел. Шестой. Шестой. Серебро. Раз. Серебро. Два. Динамик дел. Понятно, понятно. Тренер выпал. Так, что там дальше у нас? Филадельфия. Седьмой пак. Седьмой. Фу. Так. Два серебра. Yeah. I open packs and show you my team. I have only 30 or 50 cards. I just began my team. Ну так себе. Да, Кавай уже выпал, уже пофиг, что тут. Что тут вообще? О, Кевин Лав, неплохо, неплохо. Нормально, большого себе можно этого в команду добавить. Я уже доволен, в принципе. Хорошие ликпаки.
Ну, в прошлой части их открывал, всякую поебень открывал. У них шанс самый высокий на хороших игроков. Так, десятая, десятая. Давай еще одного Кавая. А Майкл Картер Вильямс неплохо. В этой части он наконец-то кидает трешки, и поэтому это нормальная карта сейчас. График дизайнер, ага, посипки. Fashion дизайнер, level engineer, О! О! Ниха! Джей Вильямс! Спасибо, спасибо. Пока мне все пригодится. Дупликаты уже, дупликаты. Ну, send all to my auctions. Так. Ну, я, наверное, продолжу дальше лиг пак открывать. Наверное, лиг пак открою. 105 тысяч. 55. Еще один попробую. Понравился мне, понравилось. Давай, что у нас там дальше? Раз. Два. Три. 4, 9, West. 9, West. Так, дальше идем. Так себе. Так, что там у нас? Серебро, серебро. Так, вижу, золото есть. О, Валанчунас, неплохая карта. Неплохая. Так, что еще у нас? Кто-то, блядь, там еще стучится в наши двери, на. Ёпта. Кто-то еще постучался. Кто же это? Зеленый. Зеленый это, наверное, ниже синего, да? Или нет? Давайте посмотрим. Ну да, чуть ниже синего. Дуэйн Уэйд вообще класс. Класс. Магете. То есть после золотого идет зеленый. Ага, понял. После золотого зеленый идет. Дуэйн Уэйд выпал. Что там у нас еще? Парочка золотых. Давай, кто там? Джей Краудер. Неплохо. Джей Краудер. Найс, найс. Нравятся мне эти паки. Еще зеленый стучится к нам, пацанчик один. Еще один стучится к нам. Кто же это, кто?
О, Джон Волл, любимый игрок прошлой части. Ну, очень хорошо мне им игралось. Не знаю, как в этой части, но в прошлой мне очень нравилось им играть. Так. О, розовый мячишка. Так, что там у нас еще? О, Андрей Годала. Неплохо. Ох, жесткая будет команда. Уже представляю, какая там будет вообще Вейд и Годала, Кавай Ленард. Там кто там еще там у меня? Вообще сыграемся. Давай, еще одно золото. Молодцы. Данила Галинари. Ну не знаю, что-то в прошлом году не особо он играл вроде. Почему он стал золотым? Видимо, натренировался за лето. Так, и напоследок еще зеленого. Ну ладно, еще золото напоследок. Дерек Роуз. Дерек Роуз. Хорошо, прекрасно. Спасибо. Просто жесткая тима будет. Ну, в принципе, ну есть жестче, конечно, но для меня так у меня вообще не было карт. Особо тут для меня это как бы начало тоже мне нравится, какие игроки собираются. Вот, потом посмотрим. Блять, нифига. Так, и чё я? Я возьму еще за 55 тысяч. Почему бы и нет? Так. Золотая. О, Дерек Фейворс. Continue. Уже золото уже не так радуешься. Вот. Уже зажрался уже. Так, что у нас дальше? А дальше у нас, блять, все серебро. Алиник. Джонатан Симмонс. Так, что у нас дальше? Золото. Это не игрок. Так. Блять. Бронза. Что у нас дальше? Да вы чё? Все, типа, Кавай Ленард не выпал. И там парочка еще пацанов. Все уже. Третий пак какой-то говнистый начинается. По-говнистому себя ведет. Ой, третий бокс. Не третий пак, третий бокс. Аж бронз на выпадало, ё-моё. Так, что у нас дальше тут? Опять зеленый цвет нам горит. Опять зеленый. Восьмым паком зеленый. О, Дреймонд Грин. Неплохо, неплохо. Там такой нужен.
Как бы против нас не нужен, а за нас нормально будем под яйки пинать всем. И орать после данков. Так, 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 так. Ну, хорошо. Чё ещё, чё ещё? Пол Пирс. Блядь, Пол Пирс-то вообще скатился или нет? Ну, в этом году рейтинг на 10 ниже сделали, только у исторических легенд там высокий. И непонятно еще что и как. Симмонс. Ну, выпал, в принципе, один Дреймонд Грин. О, Роберт... А, Роберт Хори мне дали. Нифига, красавцы. В принципе, у меня уже... Сейчас я... Блядь, сколько ж вас много. Сейчас я попытаюсь составить лайнап, посмотреть, что у меня по картам и какие паки открывать, подумать. Так, лайнап options, топ. 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 Так, delete lineup. Так, сейчас будем новый топ создавать. Create new lineup. Так, топ. Так, что там у нас есть? Players. А, мне сначала нужно из этих, блядь. Подарки-то забрать. Где они тут? Подарочки. Так, благодарю вас. О, две карты. А, это форма или что это? Да, форма. Так, здесь что у нас? Арена. Так, вот у нас же зелененького дали. Джей Вильямса. С Майком Донливи сочетается. Роберт Хори, СФчик. Классно, классно вообще. Вот, и сейчас составлю команду и посмотрю, какие паки открыть. То, что у меня уже зеленых, золотых всяких. Так, Кавай, Роберт Хори, Кавай, Ален Айверсон, ё-моё, вообще класс, просто класс. Так, Ален Айверсон у нас СГ. Так, СФ Ленард, СФ Хори. Так, 6-10. Шесть, десять. Шесть и семь. Ага. Мы это в сторону ПФ поставим. Роберта Хори. Кавай. Роберт Хори. Так, и куча зелени у нас. Дреймонд Грин. Дреймонд Грин. Джей Вильямс. Ну вот у меня пока старт такой. Но это временная карта. 4 контракта осталось. Джей Вильямс. Ален Айверсон, Кавай Ленард, Роберт Хори, Дреймонд Грин. Ой, и на банке. Кто у нас на банке будет?
Бэджис. Ну, бэджи, что ли? А, у них 0 б по 0 бэджи в начале, нифига. Так. Ну, мне Джон Волл... Вот, по My Team, по прошлой, мне Джон Волл больше понравился. А Вейда у меня вроде не успел им особо поиграть. Но я играл в моей лиге Вейдом в этой НБА. Но он меня не так уж сильно впечатлил. А бэджи-то только у каких, начиная с каких идут карт, или вообще начальный бэджи не добавляют. Так, Кевин Лава. Только фейворса. Но мне нужно уже пробовать, наверное, другие паки открывать. В надежде на синие карточки. Бенджи, так. А что у нас суперстары? Есть Реджина Ронда и постары. Ну вот пока такая команда собралась. Я некоторых даже не знаю. Тут есть когда задрафтована-то информация? Нет такой. Вот. Ну все, блядь. Сейчас надо думать, что открывать. Так, у меня есть куча золота. Теперь есть 4 зеленых, 2 синих игрока. Так. Коллектор левел где там? Допустим, если брать количество. Так, у меня 100 карт есть. Сто десять карт. Если брать количество. То есть 65 карт еще замутить, то будет Квентин Ричардсон. А то и до Лэтрола Спривола дойдем. Блин, количеством пойти, что ли? Просто, ну, один из последних шансов, вот, открыть именно через пару паков, через один, вот, какой-то бы, может, пак из 21 открыть бы. 220 тысяч стоит, этот 150 тысяч. Или можно поэкономнее. Ну, блядь, здесь бокстоппер будет. Блять, а новички фиг знает, может они классные, может нет. Юта Варриорс. Блять, количество или качество? Качество, количество, блять. Чё открывать-то? Сто пятьдесят тысяч стоит. 150 останется. 130.
220 тысяч просто. Ёпта. О, обычные руки, легендарные руки. Да, блядь, знаю эти разводы, вот эти паки, сука, они, блядь, разводят на бабки, нахуй, правые. Вот и в прошлой части откроешь там, блядь, куча говна там. И ну, их нужно дофига открыть, чтобы попался кто-нибудь хороший. Так что еще раз вот этот откроем. Вам, блядь, пошли нахуй с теми паками. Вот, блядь, где реальное дерьмо, блядь, творится. В каких паках, блядь, самых дешевых, блядь. Ёбаный в рот. Просто. Еще один кавай, блядь. Продавать буду. Интересно, сколько он стоит. У меня два кавая теперь. Интересно, сколько можно срубить, баба? Блядь, дешево, наверное. Хуй знает. Просто два кавая выпало, ёбнуться. Тут типа закончится, висит, типа, говорит, не грусти, не грусти. Вот тебе MT points. Может динамик дуло сделать, но оно мне нах не нужно. Да вы сколько мне уже? Кевин Дюрант. Fuck Кевин Дюрант. Fuck Кевин Дюрант. Рюкзак к нам приплыл. Неплохо. Так. Еще один Пол Пирс выпал. Патрик Милс. О, Джастис Винслоу. Ёбаный в рот. Кавай, дупликай. Блять. Тише, тише. Так, ну-ка, ищем, сколько кавай стоит.
Сколько же стоит калай? Раз мне можно его. У меня два калая. Блять, где тут? Так. Где имя? Вот он. Блять. Да, Кавай Ленард. Вот, все. Так, как искать-то, бля, я уже забыл. Бля. Ну и чё? Блять, я забыл кнопку. А, вот, серч. Кавай Ленард. 5000 VC. О-о. Это что за Кавай Ленард? Кавай Ленард, блядь, с этой, с картинкой Леброна, нахуй. Вы что, ебанулись, что ли? Что это за дерьмо? Ну, 85 тысяч, 50 тысяч. Ну, блядь, что-то мало. 77, 100 тысяч. Кавай, у меня какой кавай? Да. То есть 50, можно 75 тысяч, наверное, продать его. Так, все, дальше паки открываем. Какие паки? Последний шанс какую-нибудь такую штучку открыть. 150 тысяч. Да не, лучше так. Опа, 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 зашаталась земля. Ну, шатается все. О, Пол Джордж, неплохо. Опять тайрики. Ну все, что-то мне не особо уже нравится.
Все, откроем сейчас лютый пак. Наверное, надоело мне эти открывать за 55. Откроем, короче, руки я сейчас не открою, конечно. Хотя я могу 10 руки и 10 throwback. Warriors or Jazz franchise. Ну все, давай, решайся, решайся. Да, вот этот один открою, наверное, что поделать-то. А чего они только за VC боксы? Не понял. А вот эти потом будем вручную открывать на MT, которые с аукциона вырубим. Давай боксик откроем. Блять, так. А, вот этот бокс, все. Throwback 20 pack box. Warriors and Jazz. Блять, дай. Погнали. Ух, лютота. О, Кристап Порзингис. Месси. Опачки, Кристап Порзингис. Уже мне нравится. Так, что дальше у нас тут? Так, так, так. Ну, тю-ты, не тю. Кто там стучится к нам? О, Леброн Джеймс, блядь! Ёбаный брат. Просто Леброн. Трипл-дабл, блядь, вчера сделал, нахуй. Просто мне два матча проходит Golden State, Сан-Антонио и Кливленд, Нью-Йорк Никс, и мне падают оттуда, кто жестко сыграл матч. Два Кавая, один Леброн. Классно, классно. О, зеленая, зеленая, это хорошо. Джон Волл, блядь, есть у меня уже. Ну, продавать будем. Что у нас дальше? Том Толберт. А, исторический, да, игрок это? Или нет? С таким значком. Ну да, и Warriors наверняка исторический.
О, Тайрон Хилл исторический тоже игрок. А у них интересно, Бэджи есть? А сейчас не посмотреть, да? Просто Монта Элис. А, исторический Монта Элис. О, класс вообще, молодцы. Я думал, блядь, который в текущем сезоне играет, он пиздец. Исторически хорошо. Блять, блять, красная карта, это, блять, еще пизже, это не самая ли пиздатая? Блять, синий. А, может, и не самая пиздатая. Блять, какие там цвета? Просто красная хуйня выпала, ебаный в рот. Красная залупа. Давайте посмотрим. I want to go home. Нихуя, мне ачивку дали. Марк Итон, центр. Какой-то лютый исторический. Ну, еще одна зелененькая. Ну, throwback pack мне понравился этот, как бы, эти боксы. Прикольные, прикольные. То есть это вот я первый открываю 21 карту, и мне уже все нравится. Мне уже выпал, уже куча всех выпала. Леброн выпал, Маркитон. Ё-моё. О, блядь, еще один зеленый. Доннелл Маршалл исторически. Классно, классно. Кто там еще у нас? Ну, такое себе. О, еще один Кристапс выпал. Бля, заебусь потом всех продавать. Смотри, сколько они стоят, блядь. Всех ставить на аукцион. Ну, капитал, нифига я могу сделать с них так-то. Со всех. Тайрон Хилл. Он выпадал мне уже. И Джокер. Джокер колоды. Кто у нас? О, Пол Милсап. Джаз. Исторический. Ну, в принципе, можно было и 10 карт брать. Хотя, у меня за первые 10 уже там выпал Леброн. То есть можно по 10 их брать, не обязательно 21. Я-то боялся, что за 10 вообще никто не выпадет там никакой. О, Квентин Ричардсон. Охуеть, охуеть. Блять, я уж места у меня уже нету, нахуй.
Блять, нет места. Да вы чё нахуй? Да, блять, дайте мне в аукцион-то зайти. Вот так. Да, открывались.
Ну, так вот. Так, КВ Ленард. Сейчас еще раз поищем. Восемьдесят пять тысяч. Девять тысяч. Тайрон Хилл, Терри Кевин, Кристапс. Тут у меня еще Джон Уолл. Ну-ка, Джон Уолл. Ну так тоже.
I don't know. I didn't play a lot this year, my team. Так, и чё, и чё? Так, что еще хотел сделать? Франшизу мне нужен. Сейчас проверим, проверим. А, блядь, мне же еще там нужно кое-что сделать.
Пам-пам-пам-пам-пам.